мониторинга и анализа движения дизельного топлива мы разработали инструмент в Excel. То есть здесь у нас показывается приход. Здесь по каждому бензовозу расход. А снизу у нас указывается ежедневный среднесуточный расход. А еще у нас указывается все это в графическом виде. То есть на каждый бензовоз разработан график. И здесь это линия среднесуточного расхода, а это движение ежедневного расхода по каждому бензовозу. Лин делает работу легкой.